Паромы начали курсировать и в Хангаласском районе. Они работают на переправе Махсагалох-Качикадзе. Кроме того, в этом году там планируют благоустроить причальные зоны на обоих берегах, организуют места ожидания, не забудут про освещение, точки общепита и мусорные баки. Также с этого года на переправе начнут выполнять ежедневные обязательные рейсы. На сегодняшний день, на этот год, 6 паромов будет только. Один большой с проходным... с проходными этими аппарелями баржа, и 5 маленьких, 2 СПЖ и 3 маломерные двухсотки. А вообще ожидается повышение цен? Нет, жизнь и так дорога.